вони відносились до нас як до зеків. Принижували, взагалі ставлення було негативне. Психологічний вплив був доволі відчутний. І тільки от те бажання, жага до волі, до того, щоб повернутися, ми тримались. І жахіття полону, а... У этих людей нет ничего святого. Вот вы спрашиваете по поводу еды. Были такие моменты, конечно, что мы просто не доедали. По поводу какого-то человеческого отношения его абсолютно не было. Что-то можно было бы, конечно, сказать, но сейчас я немножечко не готова говорить по отношению физического какого-то вмешательства. Возможно, скажу об этом немножечко позже.